партнер рубрики компания «Янта». «Янта» – есть вкусно! Вкусного настроения. Корейский дизайнер Джон Чен Де изобрел умный нож. Он определяет содержание пестицидов, сахара, вредных бактерий, а также питательную ценность, температуру и влажность продукта, которого касается. Правда, пока это лишь концепт. Поэтому ингредиенты для своего салата директор просто кафе Татьяна Братко будет крошить обычным ножом. А мы подглядим. Основой каждого салата является соус. Поэтому мы его сделаем самым первым. Берем немного сахара, майонез, добавляем сюда горчицу. Основой соуса станет провансаль от Янты жирностью 67% и горчица сибирская ароматная этого же производителя. Она нам даст не остроту, а именно такой приятный вкус. И добавим мы сюда хрен классический. Вообще каждая хозяйка остроты может добавить, как любит ее семья. И теперь мы все это соединяем. Почему делаем сразу? Нам нужно, чтобы сахар у нас растворился. И соус у нас, когда смешанный, он постоит и приобретет свой вкус. Дальше нам потребуется язык. Язык желательно говяжий и отварной. И мы его нарезаем тоненько-тоненько. Чем тоньше, тем лучше. На медальончики. Варится он обязательно в своей пленке, как есть. И главное его не переварить. Варится, как обыкновенное мясо. Проверяется также. Нажали, нет у нас красного сиропа, сока, значит язык готов. Затем он остыл, сняли кожицу, и вот он, пожалуйста, сочненький, мягенький. Огурец полудольками. То есть салат весь у нас крупный. Толщина такая же, как у языка. Огурец у нас имеет свойство при соединении с соусом пускать сок. Если он будет совсем-совсем у нас очень тонкий, вы его просто в салате не найдете. Это не очень приятно, когда кушаешь. Теперь у нас идет салат. Разумеется, мы его промыли, подсушили листочки. Грубые кончики убрали. И салат мы не режем. Мы его просто рвем, тоже крупно. Салат у нас самый легкий продукт. И поэтому его будет казаться очень много, и за счет этого у нас такая консистенция салата пышная. Салат мы не солим, потому что у нас пикантный соус. Собственно, осталось только полить соусом, слегка перемешать, чтобы не примялись листья салата. И можно подавать. Татьяна Владимировна предлагает украсить салат цветком из огурца. Это может делать каждый дилетант. То есть такая штука, наверное, уже в каждом доме есть. Спасибо нашим соседям-китайцам, обеспечили нас всем. Нарезаем штук 5 вот таких тоненьких полосочек. И сейчас просто укладываем их. Центром огуречного цветка станет кусочек языка. Наш салат из языка готов. Приятного аппетита! До недавнего времени самым серьезным расстройством пищевого поведения считались анорексия и булимия. Американские психиатры нашли более частое, но не менее серьезное расстройство. Они признали психическим заболеванием неумеренный аппетит и неумение ограничивать себя в еде. Имейте в виду. Хотя сегодня можно, я разрешаю. Для приготовления салата из языка возьмите 100 граммов субпродукта, столько же огурца и салата. Половину чайной ложки горчицы сибирской ароматной, четверть чайной ложки хрена классического, оба от Янты, как и майонез провансаль жирностью 67%. Его потребуется 1,5 столовые ложки. И последний компонент – сахар, четверть чайной ложки. Партнер рубрики – компания Янта. Янта. Есть вкусно!